Субботники в сквере за кинотеатром «Россия» стали уже традиционными. На этот раз к уборке зоны отдыха присоединились городские депутаты, глава Балакова Роман Ирисов, школьники, студенты и жители ближайших домов. И по сравнению с предыдущими годами, желающих поучаствовать в субботнике было гораздо больше. Собралось очень много молодых людей из разных школ, СУЗов, вузов. Не видно грусти на их лицах, только улыбка, только позитивные эмоции. Вот мы сейчас убирались, к нам подбежали девочки с медколледжа, начали нам активно помогать. Участники субботника дружно взялись за работу. Буквально каждый квадратный метр сквера был вычищен активными балаковцами. Крупный мусор парни носили в специальные лодочки, девушки сгребали листву. Бодрое настроение создавала музыка. Данный субботник у нас проходит в рамках проекта «Чистая страна». Это проект партии «Единая Россия», который направлен на улучшение экологической ситуации вокруг нас. В прошлом году часть сквера за кинотеатром «Россия» была благоустроена. Здесь появились ровные пешеходные дорожки, лавочки и урны. Совсем скоро планируется высадить цветы на клумбы. В этом году работа по благоустройству продолжится. Оставшаяся часть сквера тоже будет приведена в порядок по программе поддержки местных инициатив. Мы сейчас ждем финансирования с областного бюджета, который будет в объеме 3 миллиона. Как только деньги поступят на счет, мы уже будем размещать аукцион на эти работы. Мы планируем восстановить асфальтное покрытие, дорожки, чтобы также у нас все жители и отдыхающие продолжали от самого сквера и полностью была тротуарная дорожка вся новая. Также мы здесь планируем зону тишины, потому что рядом с домом находится. Мы хотим здесь посмотреть что-то новенькое, чтобы это было каким-то тихим местом, эксклюзивным местом. Возможно, здесь появятся тренажеры или спортивная площадка. Также планируется поставить много беседок и лавочек, чтобы балаковцы могли отдохнуть в тишине в уютном месте.